Премьер-министр Польши Беата Шидло просит лидеров ЕС не поддерживать кандидатуру действующего главы Евросовета Дональда Туска на вторую каденцию. В польские СМИ попал текст письма, которое Шидло направило руководству Евросоюза. По словам журналистов, она считает, что сейчас Европейский Союз переживает глубокий кризис. Отсутствие поддержки для Туска со стороны своего правительства она поясняет тем, что он поддерживал антидемократические действия нынешней польской оппозиции и тем самым превысил свои полномочия. Я напомню, срок каденции Дональда Туска на посту главы Совета ЕС истекает 31 мая.